Девочки, теперь мы вышьем вот ему здесь вот цветоножку и вот такую шапочку гибискусов. Если посмотреть сбоку, вот тут вот такая вот зеленая шапочка. Или ножка. Или ножка, можно назвать как по-разному. Ленточка это у меня 4 миллиметра. Мажестик. Здесь можно взять ленту, ну, в принципе, наверное, 3 миллиметра, если это атлас у вас. Я просто делаю вот без протяжек стежки. Вот где у меня вошла лента, там же я ее и вывожу. Можно сделать ленточный стежок, а в принципе можно сделать и просто стежок, прямой стежок. Это я сделала прямой стежок. И посмотрю сейчас, хватит мне этих 3 стежков или нет. Вот тут сразу ленты мы должны поднять, вернуть объем, который был. Ну вот еще надо один сделать тут стежок. Я вернусь. Туда же, откуда у меня выходила лента. Вот так. Ну вот. Теперь хватит 4 этих стежков. И вот тут мы должны с вами сделать цветоножку, на которой этот цветочек будет крепиться к нашему стволику. Так. Я взяла иголочку прямо в стебелек, девочки. Вот так. Все ленточки поднимаем, возвращаем объемчик. Так, и теперь сразу вышьем вот этот вот листик тоже. Он где-то начинается из-под цветочка у нас. Вышиваю этой же ленточкой 4 миллиметра мажестик. Здесь я делаю ленточный стежок. И без больших перетяжек вот перехожу сразу к следующему стежку, не возвращаясь вот сюда. Вот отсюда сюда иду сразу. Вот этот вот, вот эта часть листика у нас длиннее, и мы делаем его длиннее немножко. Еще я вот сейчас сделаю один стежок
И наш листочек будет готов. А этот я немножко делаю тоже повыше, девочки. Вот немножко вот. Вот такой резной листочек у гибискуса. Вот. Отрезаю ленточку нашу. Вот этот листик тоже выходит из-под цветочка. Давайте тоже его сделаем. Поворачиваю ленточку для того, чтобы вот этот вот уголочек был остренький. Я хочу этот листочек вышить двумя ленточками разных цветов, и ширины у меня тоже получится разные. Это лента 4 миллиметра. И следующую ленту я возьму 7 миллиметров. Она светлее и немножко шире. Я этой лентой вышью вот этот вот, вот эту часть листика. А что это даст, девочки? Это даст вот перелив цвета. Листик у нас будет неоднородный, достаточно интересный и живой. Всегда интересно, когда вы вводите несколько цветов в свою работу. Цвета, зелень разных оттенков. Вот здесь можно еще один сделать. Вот, так. Вот такой листик у нас получился. Мы его по окончании вышивки еще немножечко подкрасим. И он у нас будет с вами вполне живой. Так, теперь я беру ленту 25 миллиметров, и мы будем начинать вот этот цветочек. Вот этот. Я вот начинаю с этого лепестка. Он немножко будет прикрывать наш вот этот цветок, поэтому я прямо вот в этот лепесток вложу свою ленту. Вот тут стараемся, девочки, ввести ленточку таким образом, чтобы была вот тут вот такая выемка, потому что это вершина лепестка, а она кругленькая такая. И вот сюда, в центр. Но в центре мы тут должны оставить немножечко места для нашей серединки, для нашего большого пестика. Вот здесь тоже вводим, чтобы была ложбинка в нашем цветочке. Вот так. Объем тут сохраняем. И тоже вот этот лепесточек мы должны поднять. Вот, должны все вернуть на свое место. Отсюда я делаю второй лепесток.
Лента у нас тоже должна выйти вот таким образом, чтобы ложбинка, вот эта вот лодочка, была сверху. Если так не получается, значит, девочки, вытаскиваем ленту и опять повторяем. Ну, немножко вот так выдвинули ленту и расправили, и ввели, чтобы именно вот таким вот в таком положении ленточка вошла, вышла. Следующий лепесток мы делаем вот, у нас даже вот через этот листик у меня проходит иголочка. Листик остается под цветочком. И вот сюда. У гибискуса 5 лепестков. Делаю я прямыми стежками, без прокола ленты. Так, и вот это у нас последний лепесток. Сюда вот пространство для серединки я оставила, видите, но тут может порядка 4 миллиметров диаметр серединки я оставила для листика. Вот, девочки, вот такой цветочек у нас получился. Вот он. Обратите внимание, что у меня вот он объем, я сильно не притягивала к основе наши лепестки. Так. Теперь мы вышиваем вот этот листик. Для этого я возьму два разных вот цвета. Темный, светлый. Лента это у меня тоже 7 миллиметров. 7 миллиметров. И это также 7 миллиметров. И вот отсюда начинаю. Один стежок длиннее, другой короче. Тем самым мы показываем, что листик у нас резной. Туда под цветочек уходит. Можно вот так сделать, вот стежок с
той стороны ленты мы прокалываем. Так будем. Я оставляю место для более темной ленточки. Ну, вот так захотел он лечь, пусть ложится. Я не буду спорить с ленточками. Так я сделала этот стежок, отрезаю. Теперь я беру вот эту ленту, вот более темную. Так, вот он, листик наш готов. Здесь мы должны сделать ему ножку, которая прикрепит наш листик. Иголочка у меня тупая. Я этой вот сейчас ленточкой. Тут иголочка острая. Хорошо пройдет через стебелек. Тем самым мы прикрепляем стебелек, закрепляем, чтобы он у нас не двигался. И листочек наш прикрепляем. И вот этот листочек нам надо тоже прикрепить. Ну, я немножечко поднимусь по нашему стебельку. И вот туда под цветочек он идет у нас. Так, теперь вышьем вот этот боковой цветочек. Так. Вот такая ленточка у меня красивая. Мы сначала вышьем вот эти вот дальние два лепестка, вот этот и вот этот, а потом вот эти вот три. Дальний лепесток я начинаю вот тут вот, немножечко сдвигаю его, чтобы было удобно. Потом вышивать вот эти верхние лепестки, чтобы у нас ленты не путались и не мешали.
Я вышиваю просто прямым стежком, девочки. Объем нам здесь не нужен, поэтому мы достаточно плотно кладем этот стежок на основку, потому что это у нас нижний ряд, здесь нам объем не нужен. Вот, но сам лепесток должен быть округлым, потому что он такой и есть. Я отрежу, потому что большая будет перетяжка, мне это не нравится. Я могу отсюда вот сделать этот лепесток. Только здесь обязательно должен вот тоже так вот, вот кругленький краешек получится у нас. И вот сюда. Тоже тут объем нам не нужен на этом лепестке, и мы его тоже достаточно плотненько придвигаем к основке, прижимаем к нашей. Вот так. Так, и теперь мы делаем вот этот стежок. Я его немножечко поверну. Для этого, девочки, вот. Смотрите, куда я прокалываю ленточку. Вот. И тем самым у нас стежок повернется. Вот ленточный стежок вот сюда, в правый бочок. Так, лента пошла у меня, перекрутилась. Так, вот так мы держим, пальчик ставим и не даем ленточке убежать. Вот я просто ее вот так притягиваю. Один краешек. Вот я тяну то за одну, то за другую сторону. И притягиваю ее вот таким образом. Вот, вот. Он у нас повернулся. Я отрезаю ленту. Мне удобно вышивать из центра. Теперь я делаю вот этот лепесток, вот этот крайний лепесток, и я буду также его укладывать, как предыдущий. Вот так, девочки, вот, вот. Этот лепесток у нас будет вот так лежать. Я его точно так же в бочок прокалываю. И держу пальчиком, чтобы он у нас не убежал. И точно так же я двигаю за один краешек, за второй и укладываю его так, как мне нравится. Вот так. Вот у меня он лег. И теперь у меня остался последний лепесточек. Последний пятый лепесток. Так, вот тут мы тоже очень постараемся, чтобы у нас была выемка. Девочки, и ввожу я его вот сюда же. Вот сюда же, откуда я вышла.
Вот, вот сюда же я ввожу. Только смотрю, чтобы там у нас был порядок. На обратной стороне ничего никуда у меня не попало. Этот край тоже надо вести так, девочки, чтобы вот здесь была выемка. Вот расправьте свою ленточку. Вот. Вот. Тоже оно так же должно лечь. Вот этот стежок. Вот так подвигайте свою ленточку, чтобы она нашла правильное положение. Вот у нас цветочек получился. Теперь, когда мы вставим серединки, цветочки у нас на месте.